Надевай. Итак, в присутствии этого достопочтенного общества... Рано, молчу. Ты можешь на меня не поворачиваться, а наконец-то наслаждаться... Рано! Я не сделал этого. Соберись, Артём. Мандраж, извините. Пожалуйста, повернись 90 градусов на не право. Могу, спасибо. Мне очень тяжело смотреть. В присутствии этого достопочтенного общества, Артём, согласен ли ты взять в жены Викторию, носить ее на руках, посыпать ее путь лепестками роз, ну, в конце концов, целовать песок, по которому она ходила? Да, определенно да. Виктория, согласна ли ты взять этого стоящего напротив тебя молодого человека, меня Артем, в законные мужья, носиться на его руках, смотреть, как он почему-то целует песок, по которому ты только что ходила, дарить ему все, рассветы и туманы, моря и океаны, цветочные поляны? Да. Это правильно, что ты подумала над ответом. Слушай, познакомься. Да, сейчас познакомься. Это ведущая наша. Ребят, ну ты видишь вообще моя. Давай, поднимай ручки. Боже, значит, опыт. Нет, бить не надо. Короче, здесь я немножко выпиваю, потому что у нас ведущая очень меня нервы требует. Короче, как говорю, конкурс бумажный. Горчит прям жестко. Короче, я нервничаю по-пипец. Ну красавец. Профессор, да еще и красивый. Так, я смотрю, к нам, да, подтягивается от нее, как волна, знаешь, идет. Короче, где она, там людей нема. О, я смотрю, заговорил. Чем? Скажи слово, я забыл. Нет, стихами. Сработать. Попозже, чуть-чуть попозже. Да, попозже. А Диана, ты не знаешь Сашу? Ты ему не сдаешь документы? Да, я уже пьян. Короче, знаете, что я вам скажу? Поехали. Короче, кайфуйте, свистит. Расслабляйтесь. У него... Кайфуйте! Кайфуйте! Пляга свистит, это нормально! Ты снимал видео? Вырежешь. Я считаю, это уже достойно аплодисментов. Это инженер Алексей, между прочим. Планом вообще не очень хотелось бы. Ресницы приклеены. Все нормально? Расслабленно. Ну, красиво выглядишь. Очень красиво. Успокаивайте его, вот это звук. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time. Заходите, располагайтесь. Нет, еще, у нас еще церемонии не было. I only want to see you laughing in the
Господи, ты вообще когда-нибудь изменишься? Здорово, дорогой. Это вообще странный парень. Привет. Only want to see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Я очень рада, что у моей семьи появился сын. Надеюсь, поддержку от сына мужскую. Ребят, вас все будут поздравлять, вам желать любви, счастья. Я вам тоже от души этого желаю. Но самое главное, что я вам хочу сказать. Умейте ценить друг друга, беречь, уважать. Первое, что в семье, это уважение. И чтобы ваш путь был легким, долгим и самым счастливым. Дорогие наши детки, я от души поздравляю вас с этим счастливым, хорошим, солнечным днем, который случается раз в жизни. Хочу, чтобы вы пронесли свою любовь через всю свою долгую жизнь. Пожелать вам счастья, удовольствия от жизни. С максимально сегодня мы ломаем шаблоны. Да? Друзья, смотрите, я надеюсь, вы не против моего такого своевольного выхода. Ну и в принципе, если у кого-то есть возражения против сегодняшнего дня, то, как говорится, лучше высказать их сейчас, а то потом будет поздно. Пожалуйста, под ваши аплодисменты, Артём! Давай, как Камеди Клаб. Бежать можешь, Викось? Бежать можешь? В объятия. Я с удовольствием приглашаю сюда королеву сердца Артёма. Несравненную и лучезарную Викторию! Я нервничаю. Ты? Ну там таблеточки давали же. Ты... Бля, вообще неадекват. Я немножко написал, что хотел бы сказать. И очень приятно, что вы это послушаете. Может быть, мои эмоции... И почувствуйте мои эмоции, которые я испытываю к этому человеку. Извините сразу, что я читаю, просто я не могу сдерживать своих эмоций. Викусь, сложно выразить словами чувства, которые находятся прямо в сердце. История нашей любви очень банальна. Я полюбил тебя с первого взгляда. Больше никогда не хочу терять этот взгляд. Ведь он продолжает сводить меня с ума. Ты самая-самая красивая девушка на этой планете. Я дорожу каждым прожитым днем рядом с тобой. С нашей первой встречи, я отмечу, прошло 2010 дней. У меня все записано. Это точная информация, прошу. Я мечтал, чтобы ты стоял напротив меня в этом прекрасном, в таком прекрасном платье. Мы говорили друг другу главные слова. Ведь когда любишь, говорить легко. Кто-то крадется сзади.
красивый. Ты мой самый-самый желанный и любимый человек. Мой самый близкий друг. Тот человек, с кем мне хочется быть постоянно. Мне легко делиться с тобой самым сокровенным, зная, что ты никогда не предашь. Обещаю быть для себя самой крепкой опорой, именно тем человеком, на которого ты всегда можешь положиться. Ты делаешь меня счастливее, когда ты улыбаешься, когда ты смеешься, даже когда ругаешься на меня. Ты делаешь меня чуточку счастливее. Я очень-очень сильно люблю тебя. Я люблю ее. Нет ничего важнее на свете, чем встретить свою любовь, настоящую, большую, взаимную. Я встретила мужчину, о котором всегда мечтала. Ты сильный, умный, надежный, справедливый. Я думаю, Бог создавал тебя по частям из того, что особенно ценно для меня. Я готова идти за тобой с закрытыми глазами, потому что я знаю, какой бы путь ты ни выбрал, он всегда будет правильным для нас. С тобой я готова принимать решения вмиг, потому что я доверяю тебе. А самое главное, я верю в нас и знаю, что любовь творит чудеса, и мы тому доказательство. Ведь наши чувства прошли столько испытаний, и успехом, и радостью, и ремонтом, и даже и потерей родного человека. Спасибо тебе за твою строгость и мягкость, за то, что ты упрямый и ласковый, гордый и честный. Мы идеально дополняем друг друга. И я счастлива, что 5 лет назад ты появился в моей судьбе. Обещаю умножать твои достоинства и не замечать недостатков. Гладить рубашки в офис и не переключать каналы при просмотре футбола. Я обещаю любить тебя в хорошие времена и плохие, когда жизнь кажется легкой и когда жизнь кажется тяжелой. Пусть наш дом будет наполнен миром, счастьем и любовью. Самого интересного. Давай. В общем, мы вас немножко пранканули. Короче, наш ведущий Дэн. Да, всем привет, здесь ребята. Профессиональная актриса Раечка. Она вас немножко мозги попудрила. Все будет нормально. Я не нервничаю. Кто думал, что я нервничаю, не переживайте. Все будет четко, все будет нормально. В общем, давай развлекаться, погнали! Давайте от всей души поприветствуем нашу чертовски обаятельную парочку. Артем, Виктория, добро пожаловать на вашу свадьбу! Ура! Виктория, прекрасная пара, поаплодируйте, пожалуйста. Не стесняемся, аплодируем.
Артему, за Вику, нам выпить пора. Ура! 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 Я вас люблю! Честно, я знал Артема до этого больше 10 лет, и я не ожидал от человека таких искренних слез. И второй раз я пустил слезу сегодня, когда он говорил те слова, которые были написаны на бумажке. Причем у меня нет ни капли сомнения, что эти слова были написаны именно им. Ну, я человек любознательный, я гуглил их. Я потом, когда он их сказал, я специально погуглил, их нет в интернете. Это значит, он сочинил сам. Если он сочинил их сам, и они настолько проникли в сердце, в душу, я честно заплакал, ну не заплакал, окей, я все-таки мужик. Я пустил слезу, легкую, такую классную. В общем, Вик, я тебе завидую. Так, друзья, подключайтесь, готовы нам помочь? Нам нужна ваша помощь. 4, 3, 2, 1, давай! Пошумим еще разочек. Мы приглашаем Артема и Вику к тортику. Вставай, ребята, айда! Ну что, по старой схеме, друзья, 5 секунд, но мощно, обратно счет, погнали все вместе. 3, 2, 1, давай! А с другой стороны, что-то как-то горьковато стало, что-то немножечко, и вот все тосты заканчивают, а мы вот это не слышим. И поэтому что-то хочется сказать горько, горько, горько! 1, 2, 3, 4, 5!